Около 200 человек приняли участие в субботнике на месте будущей парковой зоны в поселке Горки-10. Мероприятие в рамках проекта «Чистая страна» поддержали одинцовские депутаты-единороссы. Активисты пилили валежник и сухостой, собирали и вывозили мусор. Организаторы позаботились об инструментах, перчатках, технике и даже полевой кухне. Всего было собрано и вывезено несколько десятков кубометров мусора.